Это была такая шутка, которая потом разошлась. Ваш муж был арестован в конце мая прошлого года. В какой тюрьме он содержится и какие там условия? Сейчас он содержится в СИЗО города Жодино. Угу. Он сидит в одиночной камере уже несколько месяцев. Угу. В каких условиях? Что этот вопрос провокационнее, чем какой-либо из предыдущих. В тюремных. У нас очень сладко в тюрьмах. Я очень надеюсь, что он не подвергается там никакому воздействию, потому что... Обама. Да. Обама. Ну типа. Барак. Обама. Ну типа. Барак. В каких условиях вы сидели? Обама. Барак.